Национальный центр генетики человека. За 90 секунд вы узнаете, как создать идеальные спецслужбы, как вырастить гениев и чемпионов, как избавить нацию от болезней и деградации. При отборе кандидатов для комплектования личного состава силовых структур и служб специального назначения важнейшей задачей является не допустить попадания людей, склонных к асоциальному поведению. ДНК-тесты позволяют выявить лиц с предрасположенностью к девиантным формам поведения, имеющих несоответствующий тип темперамента и предрасположенных к нервно-психическим заболеваниям. Известно, что прогрессивные изобретения и спортивные достижения – детище небольшой группы людей с повышенным IQ или неординарными физическими задатками. Поэтому актуальные исследования по обнаружению одаренных детей с генетически обусловленным интеллектом, а также детей, генетически предрасположенных к определенным видам спорта. Своевременное выявление, серьезное обучение и тренировки позволят значительно продвинуться в экономическом и научно-техническом развитии всей нации, вырастить олимпийских чемпионов. Наиболее эффективный метод избавления нации от болезней и деградации – выявление носителей мутаций и предотвращение рождения больного ребенка в семьях высокого риска. Это позволит снизить появление на свет детей с тяжелыми пороками развития, со смертельными генными и хромосомными болезнями. Этнопопуляционный ДНК-тест способен определить происхождение целой нации. В капле слюны человека хранятся ответы на тысячелетние загадки цивилизации. Никакое другое научное учреждение не сможет с полной правдивостью осуществить все вышеперечисленные заявления так, как это сделает Национальный центр генетики человека.